Николай Федорович Куропаткин родился 30 декабря 1915 года в Ярославле. Ярославским горвоенкоматом призван в армию 24 июня 1941 года и направлен на Карельский фронт. Николай Федорович участвовал в боевых действиях на Мурманском направлении в составе 95-го стрелкового полка, 14-й стрелковой дивизии, 131-го стрелкового корпуса 14-й армии. 7 октября 1944 года Николай пробирался по склону Сопки со странным названием «Пушка». Надо во что бы то ни стало овладеть высотой, спасти от гибели товарищей. Однополчане видели, как стремительно кинулся он на вершину. Сильным броском метнул гранату, фашистский дзот замолчал. Николай уничтожил до 20 фашистов. Был тяжело ранен, потерял много крови, но продолжал отбивать атаки врага, пока не услышал русское «Ура!». Превозмогая боль, остался в строю. 28 февраля 1945 года в бою за город Хойница Николай Куропаткин погиб. Похоронен в районе города Клаусфельд, Германия, в 18 километрах юго-западнее польского города Хойница. Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых заданий и проявленный при этом мужество и героизм ефрейтору Куропаткину Николаю Федоровичу присвоено звание Героя Советского Союза. Именем Николая Федоровича названы улица и переулок Ярославля.